Изучив спа-отель «Богемия», хочу поделиться своим мнением о нем. Начну с того, что полный видеофильм, где показаны проживание, питание и возможности для лечения, есть на нашем сайте sanatoriums.com на страничке «Богемии». Пожалуйста, можете посмотреть. Спа-отель имеет категорию 4 звезды, расположен в центре курорта «Марианские лазни» на главной улице. До курортной колоннады с лечебными минеральными источниками 500 метров. Дорога ведет немного под горку через курортный парк. У «Богемии» очень красивый экстерьер и интерьер. Питаются гости в собственном ресторане, расположенном непосредственно здесь, в здании спа-отеля. Завтраки и ужины проводятся в форме шведского стола, обеды по выбору из меню. Качество приготовления блюд на удовлетворительном уровне. Ничего особенного здесь нет, предлагается стандартное меню. Возможно приготовление и диетических блюд. Диетолог здесь не работает. Что касается номеров, на нашем сайте для спа-отеля «Богемия» представлено несколько категорий. Все номера просторные, нормально оборудованы. Мебель старенькая, но видно, что за ней ухаживают. В некоторых номерах, когда мы снимали здесь видео, скрипел пол. В 90% номеров есть балконы. Подробную информацию о номерах, описание, фотографии, а также видео можно посмотреть опять же на нашем сайте sanatoriums.com на страничке «Богемии» в разделе «Номера». Здесь есть и собственное лечебно-оздоровительное отделение. Минус. Сюда не подведена минеральная вода из источника для проведения водных процедур. Все они проводятся на обыкновенной воде. Предлагается стандартный набор курортных процедур. Газовые уколы, сухие углекислые ванны, несколько видов ванн, подводный массаж, электротерапия, массажи. Доктор здесь на постоянной основе не работает, а приходит по необходимости. Гости, которые здесь отдыхали, пишут положительные отзывы о работе персонала, особенно в лечебно-оздоровительном отделении. Могу рекомендовать спа-отель «Богемия» гостям, которые желают проживать в самом центре курорта «Марианские лазни» по бюджетной цене и, в принципе, в неплохих условиях, а также тем, кому достаточно пройти общеукрепляющий оздоровительный курс, так как процедур здесь предлагается немного. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, следите за авторскими видеороликами и бронируйте спа-отель «Богемия» по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.